Одним прекрасным днем началась эта долгая и очень интересная история. История о самом сильном и огромном клане на сервере. И начиналась она примерно так. Наконец-то у меня есть моя собственная ферма, где я могу садить картошку. Блин, опять клановые игроки ко мне идут, что им от меня надо? Вот только не говорите, что вы пришли насчет фермы. Присаживайтесь поудобнее, вы попали на историю под названием «Остров проклятых». И вы просто посмотрите на длительность ролика. Это просто жесть, я снимал его очень долго. И было бы неплохо, если бы мы с вами могли побить рекорд по лайкам, всего 60 тысяч. Видосик максимально мощный, и я надеюсь на такую же мощную поддержку. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, приятного просмотра. Ну а перед началом ролика, небольшой спонсор. Сервер Растамантик. Новый классический трио сервер. У них в Дискорде стабильно проходят розыгрыши на дорогущие скины. А тот, кто зайдет и кликнет под моим ником на смайл, получит скин на 50 долларов. На нем играют такие ютуберы, как Слюни, Бисквит и многие другие. И я тоже очень скоро запущу стримчик с интересными ивентами. Не пропустите, ссылочки в описании. И если ты действительно хочешь меня поддержать, зайди к ним в Дискорд прямо сейчас. Хоть я давно и не играл, но я решил вернуться на самый тяжелый сервер, Растория Йоумейн. И как только я появился, я увидел бомжика, который долбит стенки. Ну и конечно же, я пошел ему помогать. Hello, Naked. We can destroy this base together if you want. Да, давай чисто попробуй. Да мы все стенки тебе разобьем. И вот знаете, с самого начала вайпа сервер намекнул, что мне здесь будет выживать очень тяжело. Я потерял друга. Нет! Нет, ты убил моего братана! Я должен ему отомстить. Я с ним 5 секунд был знаком, давай, и ты его давай убил. Давай, поможешь. Ну, представь, всего 5 секунд. Целых 5 секунд. На тебе. О, хорош. Весло. Мне как раз на ту сторону реки надо будет гребсти. Теперь весло, мой новый друг. Я побежал на речку собирать тыковку и кукурузку, как вдруг наткнулся на челика. К сожалению, веслом забить залутанного челика было довольно сложно, но я все же вернулся на эту речку. Да тут какие-то бомжи всю кукурузу стырили. И тыкву. Так как я пампкин. Мне нужна эта тыква. Она приносит мне удачу. Эй, мэн, I know where live an enemy guy, man. We can play together and fuck this guy, if you want. How you do? I try to... you русский. Короче, слушайте. Слушайте меня внимательно. Are you Russian? Yes? Короче, фармим дерево. Я знаю, где живет лучник. Мы можем его зафигачить толпой копьями. Как вам идея? Nice. I think you're not Russians. Okay, listen, guys. We can farm wood, craft spear, and fuck one enemy guy with bow. This guy kill me one time. Okay, let's go. Good job. Ребята добавили меня в пати, и мы были готовы действовать сообща. У них были русские ники, но разговаривали они на английском, поэтому я думал, что это иностранцы. You can call me I pump king. You have a small pee-pee. I have a big pee-pee. Наконец мы скрафтили копья и были готовы найти того самого челика. И искать его долго не пришлось, он нашел нас сам. Nice, I kill him! Let's go! После того, как у нас появилось оружие, мы побежали в сторону аутпоста, ведь там хотели отстроить нашу первую кибитку. А по пути я их обучал русскому языку. Are you know Russian words? Why are you use Russian words? Сука, I know сука. You know?
Окей, окей. I can try you teach you Russian. Say. Yeah, okay. Я люблю большой... Большой? Пенис. Пенис. Я люблю большой пенис. Yeah, yeah, it's a good. И как показывает практика, уроки у нас проходили довольно успешно. И вот знаете, чем больше я с ними общался, тем больше в моей голове появлялось сомнение о том, что они иностранцы. Вы просто послушайте на этот акцент. You need it? Bro, let's wait our... friend. Okay, okay. Почему я думаю, что это русские, типа? Okay, let's go to outpost, my friends. Can you speak Russian? Да, конечно. Nice. Получается, мы все это время обманывали друг друга, да? И оказалось, что эти ребята все-таки были русскими. О, Двушки, чел с двушкой внутри. Чел с двушкой внутри. Я закрыл его там. Можно поднять меня. Чел с двушкой. Что выходит? Бросай нас! О! Я всех убил! У меня бинты есть. У нас по имя проблемы и по развитию пока что. Мы забежали на аутпост, переработали все компоненты, и ребята рассказали о том, что они выживают на острове, который находится на АА4. И только мы собирались отправиться туда на метро, как вдруг попали в засаду. И насколько я знаю, его ребята ушатали. Я появился неподалеку от их острова и начал свое развитие. Я знаю, как засейвить все эти ресурсы. Чтобы не потерять все ресурсы, которые я навыбивал, я поставил шкафчик, спальник, улучшил фундамент и мог уже спокойно бегать искать фармеров. И искать их долго не пришлось, ведь постоянно кто-то лутал склад. Валяй, твой ротман. Халява? Это реально халява просто полнейшая. Парни, тебя зарежу еще завтра. Жди. И мне было действительно смешно, ведь дома в принципе у меня не было. Что он собрался рейдить? Чуть позже я снова встретился с одним из жителей острова. И у него была хорошая идейка. Привет, короче, я нашел стенку большую, хотим остров застроить, это маленький. Вас рейдят, говорят? Да, да, нас рейдят, похоже. Ну слушай, у тебя есть спалка в доме. О, сейчас встану, сейчас встану. А пароль какой? Сразу. Давай. Если там есть. Пароль 2389. Отбивать остров было некому, поэтому мне пришлось киляться со всеми ресурсами. Я появился в их кибитке и увидел, что она полностью деревянная. Open door, so we raid you. Like chores, anything, and we will take it. Nothing. Я знаю, что делать, надо скраб тратить. Why you raid us? We fucking naked. What are you doing? I see. How's this inside but naked? We have only fucking one hazy, man. Show loot. Show loot and we leave you. Show loot. We need house. Okay. You bet, man. We raid you. You suck penis. You're not raid. Ты дверь поставишь, я замок поставлю. Окей, you can took my loot, pass 0001, you can try, man, but not raid my base, please, 0001, man. One second, my friend, one second, I check. No. It's wrong, man. 1000, man, 1000, I'm sorry. Okay, I check. Включи свет. I check code.
1-0-0-0. Okay, wait, I check out. Моих друзей зарейдили, и мне пришлось их на время приютить. У меня просто антирейдовый дом стоит тут неподалеку, его надо это забежать туда. А, вот этот лютый, который? Ну да, там вообще жесть. Так, заходите, не стесняйтесь. Новоселье, новоселье. Да, я могу от пушки две скрафтить. Все, поехали? Готовы? Парни побежали отстраивать остров, а я был в качестве секьюрити. Я просто защищал их, чтобы их никто не убил. А после, когда они успешно добрались до своего острова, я схватил пайп и побежал выбивать пушки. Бегая по карте, я заметил клан геймера, который убивал всех бомжей на своем пути. А у меня было два пайпа. Я думаю, вы понимаете, что это означает. Долго, 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 Димас, очень долго. Он пойдет за мной, правильно? Я знал, что они 100% пойдут за мной, ведь я забрал у них пушку и ресурсы. И мне оставалось только занять удобную позицию и забайтить их на выстрелы. Да вы издеваетесь просто. Да это прикол нафиг! Или что это? Слишком много типов, реально. И только я собирался улучшать домик, как вдруг услышал шаги. Много шагов. И я понимал, что скорее всего они ищут мой дом. А один под домом бегает. Я почему-то уверен, что они сейчас вернутся и будут рейдить меня. Офигеть, а что мне с ними делать? Их там трое. И вот не прошло и 2 минут, как вдруг я слышу звук сачельки. Я честно не знал, что делать, но я решил рискнуть. Да быстрее, ящик! Меня убили! Нет! Нет! Нет, это было очень красиво! Нет! Все, Габелла. ГГ моему дому. Меня снова зарейдили. Я пытался отбиться, но их оказалось слишком много. Но я особо не расстраивался, ведь я знал, что на острове ждут меня ребята. Прикольный остров, говорю. Только дерева тут нет и ресурсов, да? О, у вас тут 2 лодки, да? Нормально. Дом вообще класс. На 2 двери. Нам нужно было дерево, поэтому мы сели в лодку и отправились фармить. Но нас ждал подводный сюрприз. Слушайте, короче, не-не-не-не-не, погнали на соседний остров, пофармим дерево, потому что это фигня какая-то. Сказать, что нам было тяжело выживать на этом острове, не сказать ничего. Мы даже не могли спокойно пофармить дерево. Но сдаваться мы не собирались, мы отправились на остров наших противников, которые нас зарейдили. Слушай, а может быть они где-то на У3 живут,
А на этом острове они фармиться ходили? Мы знали, что они обитают где-то неподалеку и постоянно заглядывают на этот остров. И я предположил, что они живут именно здесь, на У-3. Я бы осмотрелся, потому что прям интересно, где они могут жить. И бегая по этой мягкой травке, я нашел малюсенький дом, где очевидно жил какой-то клан, который контролировал остров. И нахрена нам эта хрень? Офигеть! 3 часа после вайпа или сколько прошло? Нормальные вообще? Да-да. Мы хотели подбежать к этому домику поближе, чтобы осмотреть, как они там поживают и есть ли у них турели. Как вдруг на нас напал берданчик. Убил! Хорош. Ха-ха, изи лут, изи бит! Пойдем. Охренеть, ты нахрена меня-то режешь? Ха-ха, я не специально, бро. Уходим. Мы поймали фармера. Ресурсы, которые мы выбили, мы отнесли до дома и снова побежали на этот остров. Пошли, не ссыте просто, сейчас идем и байтим типов. Но байтить их не пришлось. Они устроили нам засаду и ждали, когда же мы к ним придем. А еще тем временем, пока они пытались меня убить, двое из них заплыли на наш остров с другой стороны и убивали моих друзей. Блин, они пришли нас рейдить походу. Они снова хотят нас зарейдить. Надо с этим что-то делать. Fucking noob, fucking noob, fucking noob. You fucking noob. Ребята, все, жопа в нашей хате, апаем этот хат. Easy loot, easy loot. Тихо, я знаю, что надо делать. Тебя, пожалуйста. У нас есть дерево? Да. У нас есть дерево, МВК. Нет? Стой, у меня есть идея. Одна хорошая. Прям идеальная. Блочку нужно. Я сейчас спрячу. Спрячу томик в small stash, и когда они рейдить придут, мы их в спину загасим. Да, о, гениально, реально хороший день. Они стабильно плавали на маленькой лодке неподалеку от нас. Скорее всего, это были какие-то разведчики. Меня это ни капли не смущало, ведь я делал то же самое. Я, мягко говоря, искал фармеров на их острове. Тут тибуром фармит. Юбот! Юбот! Я домой! Слышишь, у нас есть столбик на острове. Понял, нам инфа нужна. Мы доплыли до нашего острова, я уже был готов сражаться с типом с Томпсоном, но он куда-то испарился. И понимая, что нас очень скоро зарейдят, нам нужно было как минимум улучшить наш дом. Нам дерево нужно, кто-то может сделать ходку за деревом? Сейчас пойдет, он пошел. Срочно нужно дерево. 2-3 точно нужно. Тут вообще ни одного дерева не спавнится. Слушайте, идея такова сейчас. Нужно одного оставить дома 100%. А один должен со мной отправиться на тот остров. Кто со мной идет? Пойдем. Короче, клан .devil. Офигеть, их много! Чё так много? Ну это будет очень весело, это намечается папа клан версия 2.0 на эффект. Ха-ха-ха! О, всё, сейчас будет мясо. Клан Devil не сидели на месте, они развивались полным ходом. Вы просто посмотрите, сколько же было у них печек. Нам нужно их забайтить. Слы, там можно к нему запрыгнуть на крышу. Нам еще человек нужен сюда. Ну вы же знаете, папа Чиза, у меня всегда есть план. Я знал то, что они стабильно фармят на этом острове. И поэтому мне нужно было просто их дождаться со всеми ресурсами. Лутай, я двоих убил. Лутай, и мы уходим. Все, я взял руками весь. Тут еще один. Чувак, фул инвентарь, еще один. Бегите. Уходим. Я чуть не умер. Бегу как могу. Я чуть не умер, бежим,
У меня два фул инвентаря! Бежим! Снизу за нами Томик бежит. За нами бежит, тип, за нами Томик бежит в уборе, за скалой. Плывем, у меня есть этот костюм. Я петляю. Вон они все там, короче, прикольно. Мне кажется, нас скоро рейдить придут, чувак. Нас скоро придут рейдить. У меня есть план. Я надел подводный костюм и показал этим ребятам то, что плыву направо. Но на самом деле, я схитрил. Занырнул поглубже и решил обойти их с левой стороны. Ха-ха-ха-ха-ха! Отвлекай их. Минус один. Минус второй. На-на-на, забери. Томпсон, будешь прикрывать. А все лишнее я скидывал моим фермерам, и они относили все домой. Все, давай, петляй домой. А еще у меня появилась идея угнать у них все лодки. Также попытаться проникнуть к ним в клан. Но для этого мне нужен был воздушный шар. Убил типа. Он закрылся. Как так, ё-моё. Тут деревянная дверь. Я верил и надеялся, что кто-то вот-вот откроет мне дверь. Но они только садились на крышу. Возле фермы делать у них было абсолютно нечего, так как выходить и открывать двери они мне не собирались. И тогда я принял решение угнать у них лодку. Goodbye, boy! Goodbye! Тем временем ребята, которые находились дома, расширили нашу крепость. И вы просто посмотрите на эту красоту, тут даже есть балкончик. А еще спустя час у нас полностью закончилось место в ящиках. Да. Уважаемые тиммейты, поставьте еще ящики. Я принес еще немного жира, представляете? Я очень полезный. Позже я добрался до аутпоста, переработал все компоненты и наконец-то купил коптер. По приходу домой я загрейдил домик, поставил железные дверки, и мне уже было как минимум спокойнее, ведь чирками меня точно уже бы никто не зарейдил. Еще я добавил буферки. Разблочьте наверху дверь вот эту, соло. Поставьте туда кодовый замок, там ящики есть, еще где-то есть, лежит. Это проблема, потому что он тоже ливнул. Ну, придется разбить ее. Удалбливать. А еще, чтобы осуществить мой план по проникновению в клан, мне пришлось выйти из игры и поменять мой ник. После я отправился искать шар, ведь я хотел залететь к ним на крышу. У меня был план. Get out or I fuck your ass, man. Take it. I drop bow. Take it, bro. Bye-bye, bro, bye-bye. Так, берем правее. И скидываем высоту. Ты ж не в воду упадешь. Хорош. По прилету домой я увидел то, что на нашем острове какие-то типы. И вы, наверное, догадались, кто это был, не правда ли? У нас типы, прием. Меня убили. Не открывай! Я закрой дверь, закрой! Коптер угоняют! Они забрали наш коптер. Я их всех убил, они коптер забрали. Офигеть! Они просто семером пришли сюда. Вот это кек. Я хотел залететь к ним на крышу. А для этого мне нужна была информация. Я скинул бинокль своему лучшему разведчику и ждал инфы.
чекают что-то постоянно. Ну, у нас никто летать не умеет, кроме тебя и меня. Вон наш коптер стоит. О, пацаны, здорово! Я вас вижу, блядь. Что там? Разведка работает. Так, нам нужно опять скинуть высоту, потому что иначе это габало. А. По-моему, нас спалили. Пока они сидели на крыше, вариантов залететь к ним не было. Я сделал небольшой круг и вернулся снова. Я мог начать с ними стреляться в их доме, но смысла от этого не было. У меня же стоял их ник, а идея была в том, что я проникну в дом и дисконнектнусь. И тогда у меня был бы шанс проникнуть в их клан. Крышу чекай. Да, чекает крышу. Они не руинят, они походу уже что-то вычислили, что-то знают. Выстрелили два раза. Меня убили. Не знаю, каким образом они меня вычислили, но план был провален. Скорее всего, меня спалил шар. Дождавшись ночь, я снова попытался проникнуть к ним на крышу. Но все попытки были безуспешны, так как они уже контролировали ситуацию. И тогда я решил немного переждать времени и зайти утром. По всей видимости, все. Нету у меня уже больше дома, да? Понимаю. Тут появились деревья, серьезно? Впервые за долгое время? Вау! Но все равно на этом острове мне ловить уже нечего. Прощай, остров. Я погнал развиваться. В этот момент я подумал, что этот остров проклят, и что вернусь я на него не скоро. И тогда я принял решение развиться где-то в центре карты и вернуться сюда снова. Пособирав тыковку, я побежал на гастейшн, ведь там можно было найти челиков, у которых можно было что-то забрать. Изи. Я побежал отсюда. Я забрал то, что хотел забрать. Я услышал выстрелы и подумал, что смогу забрать этот Томпсон. И стал выжидать подходящего момента. Я его вижу, он прям стоит АФК. Fuck you, man. Так я впервые познакомился с кланом Джерб. Заспавнившись снова неподалеку, я услышал то, что они фармят здесь дерево. Я быстренько скрафтил чирку и решил попытать удачу. И увидел это. Подожди, вот эти типы неужели с этой базы огромной? Серьезно? Я думал, они с вышки этой. Какой классный у них дом. Мне очень нравится. Я подполз к их территории поближе и услышал, что они что-то выдалбливают бурами. А еще я нашел слабое место, откуда я мог бы запрыгнуть к ним. Но чтобы запрыгнуть туда, мне нужен был какой-нибудь бомжик, который меня забустит. И я его нашел. Ш-ш-ш-ш, come here. Come here, man. Come. Мы вдвоем проникли к ним на территорию, то есть я живым, а он мертвым. Ту-дум. Я сейчас заруиню все дерево у них, что они фармили. Я знаю, что я сейчас сделаю у них просто. И вы не представляете, как же долго я сидел на их территории и крафтил эти шкафчики. Пока они что-то выдалбливали бурами, я мог залезть к ним на крышу, и они бы этого не услышали. Надеюсь, они это не услышали. И вот я уже был так близок к своей цели угнать коптер, но я провалился вниз. Там не было потолка. Да, это было фиаско. Останавливаться на достигнутом я не собирался. Я позвал Пончика, и мы решили покошмарить этот клан вместе. Где-то тут тип. Тихо, встань как-то, чтоб я
не коснулся, блин. А я по-любому, наверное, коснусь, да? Да. Блять. Нос. Они спалили, походу. Да. Давай я, типа, я попрыгаю, типа, это я. Да-да-да. Типа, да, я давай. Умер. Давай. Умер. Давай. Вроде увидел. Буревчик у него ник. Блин, может перезайти, короче, на их ник поставить? Может, они меня не спалят и выйти спать у них? Я так и сделал. Я спер ник у их кланового игрока и перезашел на сервер. Я вниз прыгаю. Я вниз прыгну. Ну, тут габела. Меня убили. Жерб просто ебаш. Он сейчас зайдет на территорию. Я дисконнектнулся. Ко мне чел добавился из их пати, чувак. Блин, осталось только их как-то развести. Блин, я не знаю, как их развести. Это русские, но я не знаю, как это сделать, чувак. Он мне спрашивает, какие у нас пароли от хаты, какое название проекта. Габелла, походу. Походу, план отмена, короче. План по проникновению в клан у меня провалился. Но план Бигьонька еще оставался в силе, я сидел у них на территории. Алло. Я не знаю, что делать просто. Чувак пристраиваться пытается к этим типам. Блин, они все двери закрывают. И вы просто не представляете, как же было страшно в этот момент, когда вокруг тебя бегают, и ты понимаешь, что ты можешь быть рассекречен. Офигеть, их тут 5 человек выпрыгнуло с этой двери. Походу, у меня есть шанс. Тут дерево чуть-чуть. У тебя бичара там в твоем круге, аккуратно. Все дерево. Оказывается, что все это время к ним можно было легко пристроиться. И ко мне на территорию запрыгнули какие-то бомжи. А еще мне нужно было дерево, чтобы пристроиться и попасть к ним за второй забор. И тут меня выручил пончик. Давай еще. Ты кто, чувак? Стой. Сейчас я ему записку дам. Буст. Только этого пацана не забусти. Я запрыгнул к ним. Я у них. Я еще ниже спустился, тут миллион дерева. Давай коптер разобьем. Мне кажется, меня сейчас палят. Я могу попробовать коптер угнать у них. Он без топлива. Давай коптер разобьем. У меня почти получилось. Бай-бай. Тебя убили? Нет. Я коптер им в буферку уронил. Стой. Он поднимается наверх. Там началась движуха, и я, чтобы не спалиться, решил выйти у них в буферке. Но меня рассекретили. А, меня убили. Почему так не прет с этими типами? Многие бы уже закончили свои попытки отжать что-то с их территории, но не я. Я знал, где я мог поставить им свой шкаф, чтобы запрыгивать к ним еще легче. Я шкаф поставил, ты можешь зарегаться, и я его застрою. Ты там решил дом отстроить? Ну, мне кажется, они сейчас это, они уже наготове. Как мне показалось, я отстроил самую топовую пристройку и мог допрыгнуть к их территории. Но... Дерьмово. Очень. Я умер. Мне только показалось. На плюс В прыгаем. Прыгаешь и вниз, короче, понял? Все, видишь, я без потери ХП. Спасибо, пончик. Нахуй мне хуйню советовать? Ну, потому что на это надо было делать расчет, что я, прыгну как мешок с говном, нахуй. Прыгай, брат! Бля! Чип и Дейл спешит на помощь. Чувак! Поползли! Хватай хавку! Жри все и будем тут сидеть где-то. Я тебе покажу нычку, пойдем. Сядь и опусти голову вниз. Так? Да. Тебя вообще не видно, ты стоишь? Смотри, ты скрылся нафиг. Вставай. Я внутри. Я видел его, я спрятался. Я внутри. Он возле печек. Тихо.
Тебя ищут. Он ко мне пошел, я в другую спрыгнул. Я в печке спрятался. Я спрятался в печке, чувак. У меня есть металл на чирке. У меня есть металл и дерево на чирке. Сейчас я тогда пристраиваюсь и наваливаю бас. Я привел с собой раба. Я запрыгнул к ним. Блядь, минька летит. Мы в говне. Мы в говне. А я внутри у них. А, меня убили! Я убил типа с МПшкой. У него фул инвентарь. Улетай. Убил еще. К тебе еще один залезает. Убил троих. Улетай уже. Убил калашиста. Просто убил. Я не могу. Я контрю их, чувак. У них всего один выход. Слышишь? Я разбил подъем у них. Это я сачель кинул им внутрь. Хорошо. Я не смогу один улететь отсюда, брат. А почему? Они не дают мне сесть на коптер. За тебя! Убил! Хорошо, хилься. Еще одного убил. Хорош. Еще отдал голову, лоу. Ты жив? Да. Где он? Внизу, походу. Вот тут в дырке. Хилиться надо, да хилюсь. Лутайся, хилься. Я похилился. Я был от блидинга. Контри дырку. Поднимаю. Сейчас я могу спрыгнуть вниз, убить его. Слышь? Не надо, он тут в дырке. Он меня убил. Полностью тебя убил? Да. Я его убил. Я стараюсь улететь. Братанчик! Я улетел! Хорош. Я улетел! Он за мной выбежал! Я улетел! На остров лети. Ты наш. Где? Ты где? На... Я... Я в мира. Чувак, улетаем нафиг! И потом мы совершили одну большую ошибку. Мы прилетели на наш проклятый остров. Тут типчик. Типчик с кир... Во мне было много различных ресурсов, но не было хилок, и меня поджимал челик с Томпсоном. Я без хп. Меня убили. Нет, меня не убили. Меня не убили, но я без хп. А что мне делать? Он из дома сейчас выйдет. У меня один с хп. Я в воду. Я попытался отсюда уплыть, но у них был наш коптер, на котором они меня догнали. И в этот момент я понял, что я остался с голой жопой. Снова. На этот раз я уже знал, где я мог бы стартануть с нуля и по бырику выбить пушки. И это была та самая база, где я своровал огромное количество ресурсов. На! У меня есть Томпсон. Схватив каменный топорик и пофармив немного дерева, домик я решил отбабахать неподалеку от этого места. Томпсон я оставил на всякий случай в доме и взял с собой самый топовый ган. Черкаши! Давай, давай! Просто не одна! Suck penis, bitch. Давай, давай, сладенький. Давай, пофарми побольше. Побольше. Ай. Давай. Никого тут нет, не переживай. Тут вообще пусто, все четенько. Hello, bitch. Мне кажется, он с того дома слева. Походу,
походу нет. Как оказалось, выбить оружие на этом сервере не составляло и труда. О, я могу первый верстак скрафтить. Oh, it's you again! It's you again! Ha! На! На! Отдай мне свою тыкву. Клан Джер постоянно бегал и фермил, а мне нужны были эти ресурсы. С бензопилой! Или с буром. Ух ты мой маленький, ух ты мой сладенький. Армаз. Ресурсов в шкафу становилось все больше и больше, поэтому я принял решение расширить мой домик. Дом готов, наконец-то меня сейчас никто не гипнет. Я убиваю сейчас типа, запрыгиваю к ним на территорию, ворую печки. А дальше действуем по ситуации. Я могу к ним в окно запрыгнуть, и там, скорее всего, все открыто. Возможно. А возможно, нет. Взяв с собой лесенки, я подумал, что пора. Пора устроить бигёнг на их территории. Все закрыто. Спускаемся. Он бегает с печек, лут достает. Хилки. Как же у вас много печек, чуваки? Как мне отсюда выбежать? Я знаю, как отсюда выбежать. Пятьсот тканей, нифига. Hands up, motherfuckers. Офигеть, чоп. Я могу выпрыгнуть отсюда, но я не допрыгну до выхода, понимаешь? Офигеть, я лута наворовал у них. Он сейчас откроет ворота. Я оттуда убежал просто, как у себя дома побывал, нафиг. Ха! Что это было, нафиг? Время было позднее, и я собирался выходить с сервера, но для начала мне нужно было улучшить домик. И как только я закончил свой шедевр, я отправился отдыхать. Серьезно, меня опять зарейдили? Кайф. Просто кайф. Так меня просто нафиг пронесли. Хлам. Ох, обожаю эту игру, а зарейдили меня походу давно. Увидев, что меня зарейдили четвертый раз, я даже потихоньку начал сходить с ума и петь песенки. If you love me, why you leave me? Save my body. Hello, hello my friend. I can help you. I have only fucking torch and I can light for you. Really? Don't worry. Да, да, здорово. Я тебе могу посветить. А этому бомжику я поведал свою историю, и он согласился мне помочь развиться. Первым делом мы побежали на заправку, на которой услышали выстрелы двушки. А двушка нам была нужна. Сзади. Хорош.
Это я, брат! Минус! Минус девочки, все, все минус. Да ничего страшного, прибежит. Хорош, брат. Как только у меня появилась двушка, я решил сбегать к моим любимым клановым игрокам и увидел, что они занимаются фермой. Не, ну я тебя могу тут долго ждать. О, идет. Мне срочно нужно было разбивать шкаф, чтобы я мог застроиться, но меня поджимали со всех сторон. Но я решил попытаться это успеть сделать. Они пытались меня запушить мясом, делали все что угодно, но у них ничего не получалось. А некоторые из них нападали на меня с камнем и пытались меня зафигачить. И вот как я поставил свой шкаф, мне нужно было максимально быстро застроиться, чтобы меня никто не убил. И знаете, сделать это было максимально сложно, ведь тут мешало абсолютно все. А еще этим клановым игрокам это не особо понравилось, и они начали стрелять в меня ракетами. На них смотри, нахуй ты меня убил. Ого, они меня рейдят. Еще мне было страшно, поэтому я забаррикадировал вход. И на их ферме мне было очень весело. Я пытался застроиться, а в меня летели какие-то ракеты. Что они взрывают, я не понимаю. Easy, 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 easy. Thank you for base, guys. Good base, I think. Very beautiful. Hello, бабуля, hello, бабуля. Hello, man. Как дела, братишка? Нормально, братик, а у тебя как? Да как так, братишка? Ну нет, ну... Вы офлайнеры вонючие, вы это знаете? Почему? Потому что вы мою базу заофлайнили. Неправда. Мы еще даже никого не рейдили. Не надо рассказывать. Твой тиммейт с ником Джерб какой-то там челик меня зарейдил. Поэтому теперь вы на чили, на расслабоне. У меня отличные дела, ребят. Вообще шикарно. Знаете, мне так нравится в вашей ферме находиться. Это такой кайф просто. Прям реально. Спасибо. Я как раз ферму хотел построить. Ребят, вы особо сильно не обижайтесь, но бывает, говно случается, правда? Ну да, да, бывает. Почему именно ты там попался? Ну, потому что вы большую базу отстроили и бомжей убивали, а я увидел как бы это и решил вас наказать. Нет. Мы их убиваем, потому что они под нашим домом сидят. Вы меня вчера убивали, я самый обидчивый бомж. К моей ферме подошли хозяева, и у нас начались деловые переговоры. Чей, ты скажи, как Ордуса и побрался. У меня нет дома. У меня вот ваша ферма. Так что делать будем? Что будем делать? Да не надо, давай мы тебе ферму выкупим. Как ты думаешь, как тебе такой метод? За что вы выкупите? Вот смотри, да, я не знаю, давай твои предложения, но как минимум, не знаю. Было бы самое разумное нам фирму отдать. Я понимаю, что у тебя хата нет, мы тебя угрозить выселить не можем, но... А ты гений! Давай иди побазарим, слушай. Мы тебя не будем трогать, ладно, без проблем. Никто тебе не убьет ферму. Нет, так мы можем так разговаривать через стенку. Мне так спокойнее.
На самом деле у меня просто есть небольшая работа для клана, потому что одному мне сложно это сделать. Ну, я могу вам ферму вернуть, знаете, какую работу? Там, на самом деле, это выгодное предложение для вас. Очень выгодное. Давай, давай, мы внимательно слушаем. Ну, точнее, давай, я как заместитель клана тебя выслушаю полностью. Смотри, видишь, АА4 остров. Так, а, ну давай, ну. Вот на этом острове стоит всего один большой, ну, один такой небольшой, короче, железный домик. Вот там живут челики, у которых очень много ресурсов. Клан Дэвил, мы туда даже не полезем. Там не клан Дэвил, там живут другие челики, которые, скорее всего, зарейдили мой дом, и у них там очень много ресурсов. Прям реально много. Мы можем с вами его просто ремонт сделать, подожди, и я вам верну ферму. А еще мне было интересно, что находится на втором этаже, поэтому я взял бур и начал бурить. И как оказалось, наверху у них ничего не было. Ну а чтобы они не могли попасть в свою ферму, я полностью застроил у них выход. Видишь, типа, сейчас убью его. Иди лутай его. Мы в дом не зайдем сейчас. А война с ними у нас продолжалась еще очень долго. И вот этот клан посоветовался, и они наконец-то приняли решение мне помочь взамен на то, что они смогут использовать ферму, но с небольшими процентами. Мне кажется, ферма под проценты очень выгодная сделка для нас. И они меня пригласили на свою территорию обсудить дальнейшее сотрудничество и дали инвайт в группу. Дим, я у нас по ферме занимаюсь, поэтому если можешь, сделай код локи. Я буду фермой заниматься, всегда ткани и чаи будут. Я тебе скину код локи в тебя. Ну как бы, там небольшой процент на ферме будет. Забирай, на всех хватит, тебе-то много не надо, у нас смотри клан какой. Ну да, мне там много в принципе не надо. Нормально, ткани будет в изобилии. О, Сид, привет, привет, я пытался это, да. И вот, наконец, настало время избавиться от всех домиков на том маленьком острове, на острове проклятых. Вот, слева был домик, скорее всего их мейн, наверное их пробахали, и вот они новый отстроили. Типа, видишь, дом небольшой. Так, ну давай тогда, слышь. Погнали. Ой, так тут камень. И гаражка. Да ты шо, это шо вообще шикарно. Так, подожди тогда, давай, слышишь, сюда 4 ракеты пускаем. Ну, компоненты есть, а мне кажется, тут надо добить потолок этот. Да, я знаю. А, ну, нормас. Да, стоишь. Разрядил, нормас. Да, мне это пригодится, тут дерева вообще нет, никогда. Да, это второй челик, который меня зарейдил, найс. Домик мы полностью зарейдили, и я решил оставить его себе. А после мы отправились в сторону нашей фермы, ведь мне нужно было дать им доступ и выполнить свои условия. Ладно, я тут просто пока пооткрываю за эти соло-замки, короче, пускай. О, тут чаёк вырос уже. А тем временем в моей уютной ферме уже подрастали мои проценты, которые я должен был забрать. У нас что-то растения недовольны вообще. У них нет воды. А, потому что воды не было, Дим, долго. Блин, может взять канистры? Да, я возьму канистры, пойду полью, короче, залью воды побольше. О, сейчас я полью это все. Блин, надо было на центр лить. Так даже больше наливает. Щ,
Сейчас я позаливаю растения, и будет вообще все по кайфу, потому что надо, чтобы они росли. Надо, чтобы растения были довольны. Сейчас все сделаем. А после мне нужно было нафармить буквально немного дерева. Всего лишь 300 тысяч, чтобы застроить остров. Но спасибо, что у меня был чай на 200% к дереву. И все остальное время я очень долго крафтил деревянные стенки. А когда я заспавнился на своем острове, я увидел, что здесь появился какой-то металлический домик. На моем острове опять кто-то поселился. Но у меня есть идея, я могу забрать у них коптер. Ну все, ждем типов на коптере. Они лук носят. Я их очень долго ждал, но дома они так и не появлялись. И тогда я заметил, как соседний остров застраивают заборами. И это был клан Devil. Офигеть, меня чуть подводный клоун не убил. Я хочу забрать у них эти стенки. У него калаш. Офигеть. Блин, может им шкаф сюда воткнуть? Но это долго, они меня убьют. Они по-любому еще сюда придут. Они уже идут, не уверен. Тысяча скрапа просто на халяву. Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, этот клан немного подрастроился. Я добежал до своей новой базы, и здесь меня ждал небольшой сюрприз. Прежний хозяин. What the fuck are you, man? Эй! What the fuck are you doing in my base? И знаете, мне не кажется, что этот парень был слишком расстроен, то что его зарейдили. Can you open doors for me, please? I have door codes, man. Why you scam me, man? Can you let me out? No, this is my base right now. Give me my base. Зачем я его убил? Вы просто представляете, он хотел меня развести на ресурсы. А их походу убили или что? Сопля? Контрапов нет. Тут люки. Что у них тут? А тут у них лутовая что ли какая-то? По-любому лутовая сверху. И вот вы ни за что не поверите, кто же это был. Это были те ребята, которые меня убили, когда я прилетел на коптере на этот остров. И в этот момент я понял, что я буду их душить до последнего. А в моем доме, непонятно где, продолжали выживать те самые ребята, у кого мы этот домик забрали. Да, эта база превратилась в какую-то общагу. What are you doing in my base? Just tell me. We live here, under the floor, like rats. Ха. Yeah. Вы вчера у меня все пушки забрали, а я теперь заберу у вас хату нафиг. И наконец-то я дошел до самого главного. Я застроил полностью остров заборами. Давай нафиг застроим, пофиг. Хочешь перегонять ее? Давай. Ворота сжечь типа не проблема, забор деревянный. Супер. У меня даже осталось 40 лишних стен. Это топ. Поздравляю, хлопки, срочно. Поздравляю. У нас появился наш собственный остров. И надо замок повесить, пока другой бомж не повесил. И наконец, чтобы мы могли спокойно фармиться, мы отстроили мост на соседний остров.
И наконец-то я повесил таблички Welcome to Arena. Я хотел собрать армию бомжей, чтобы они дрались за приз. Yes, fucking naked. Yes, try to kill me. And I fuck your ass. What are you doing, you fucking naked? Я подумал, что это мой старый знакомый Харди. Но это был всего лишь фанат клана BZZ. Чизи, я тебя нашел. Хорош. Пойдем, пойдем. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Смотри. Какая красота. Тут как бы деревня мирных, адекватных людей. Тут можно строиться, тут скоро арена будет. Со временем людей на нашем острове становилось все больше и больше. Но оставалось выполнить самое главное – провести арену. А для этого мне нужно было очень много ткани, которая была в моей ферме. Это был последний процент, который я отсюда забрал. Я думаю, клан особо не обидится, потому что я им еще раз посадил все это. Надо им оставить табличку с стрелочкой. А также я им оставил записку, в которой я с ними полностью попрощался. И отдал им ферму обратно. На своем же острове я наконец-то провел электричество и сделал специальный маяк. Супер. Сделав специальный загон для бойцов, я был готов открывать свою арену. Оставалось только найти участников, но это было не проблема. Наконец, я раздал всем желающим поучаствовать в спальнике, и мы все были готовы к началу ивента. Тут все равно каждый, я всем откидал, каждый сам за себя, типа, будет. То есть я сейчас раскину всем оружие, там, такое, типа, весла, там, и вы разойдетесь по острову. Да-да-да, я всех отхилю, не переживайте, я уже все это подготовил, как бы. Давайте так и сделаем сейчас. Давай, выходи, просто пока по одному выходим. На, получай. Тише. Давай, выходим. Хорош. Выстрел с питона, типа, это начало файта. И вот, когда все уже разбежались по острову, произошел долгожданный выстрел. И это был старт гладиаторских боев. Да-да-да, все начало, ребят. Тут началась война лютая. На, получай, на. Они просто толпой друг друга забивают, чувак, это очень ржачно. На нафиг, аж сервер залагал. На, давай, на. Это просто угар какой-то. Победит последний выживший, ребят. О! Хорош, чувак. О! Не, ну это было зрелищно на самом деле. После мы немного запечатлели эти моменты, пофоткались и снова приступили к бою. Но уже на луках. Так, готовимся, ребят. У вас есть 5 секунд, чтобы прям приготовиться, занять позиции и так далее. Давайте, 5. Да позиции. Посмотрите, чтобы вас сразу не убили. 5. 4. 3, 2, 1. -1. Я точно не уверен, но, по-моему, ты победил. Спускайся, я посмотрю.
На этот раз у нас победил Данила Типа. Файтимся на камнях, победит последний выживший. Все, ребят, давайте. 3, 2, 1. Здорово, пацаны. Почему тимимся в углу? Не понимаю. И знаете, эта арена была довольно забавной. Вы просто посмотрите, как армия бомжей пытается друг друга убить за оружие и дом. Где вы еще такое увидите? И наконец мы выяснили, кто победитель. Ну а позже я раздал призы победителям и попрощался с этими ребятами. Все, всем удачи, спасибо за участие. Надеюсь, мы когда-то... Вы можете, типа, стрельнуть мне в лицо, я пойду чилить. Надеюсь, вам понравилась данная история и вы поставили свой царский лайк. А еще не забыли написать комментарий, ведь ваша поддержка для меня очень важна. Всем желаю хорошего настроения, главное не болеть, и всем пока!